Здравствуйте, друзья! Всем привет! Итак, у нас на обзоре сегодня Chevrolet Volt 2013 год с объемом двигателя 1.4. Сразу похвастаюсь, он нашли какую-то хрень такую, типа маленького телефончика. Положим, кстати, в бардачок, посмотрим, доедет, не доедет. Итак, ребят, 2013 год, белый цвет, объем 1.4, гибрид, у автомобиля нижний удар. Но, помимо этого нижнего удара, смотрите, автомобиль с аукциона. На аукционе он продавался с полностью целой правой стороной. Вот в каком состоянии мы его получили с аукциона. Сегодня этот автомобиль забирали с аукциона, и вот как нам его вывезли. Перевозчик, понятное дело, нам ничего не говорит. Он видит, что машина битая, он забрал, какую ему дали. Ну и по итогу мы имеем попадание на эту дверь. Наш клиент говорит: ребят, так а что вы мне привезли? У нас порвана дверь. Ребят, ну вы видите, да, что может произойти на аукционе с вашим автомобилем. То есть это может быть дополнительное повреждение, и от них никто не застрахован. Мы отвечаем за автомобили от нашей базы. Вот он есть, вот в таком состоянии к нам пришел, до получения в Одессе. Мы это все отвечаем, мы все оплачиваем и так далее. То есть если есть нюансы по нашей стороне. Но за такие нюансы, ну, мы клиента поставили в известность, мы ему все показали. Клиент говорит: ну, ребят, ну, бывает, ну, а что, сори. Итак, дальше. Ребят, нижний удар, позже мы покажем вам, приподнимем. Здесь мы уже смотрели вот это колесо. У нас здесь вырваны рычаги, у нас здесь вырван привод. То есть все это немножко позже. Все это вам покажу. Сейчас что, на автомобиле? Автомобиль пришел с одним ключом. В автомобиле тряпочный бежевый салон какой-то такой, серо-бежевый салон. Один ключ. Ремни у нас полностью все целые, все рабочие. Автомобиль не заводится, мы его не заводили, не тестировали. Если клиент попросит, будем что-то пытаться делать. Но он продавал, страховая компания его продавала как OneStar, то есть не заводящийся, не ездящий. В багажнике, если вы посмотрите, в багажнике у нас лежат ковры, комплект ковров. Автомобиль, кстати, отправляется в Запорожье, ребят. Кому интересны такие похожие автомобили, плюс 1-267-632-4774, Viber, WhatsApp, пишите, звоните. По нюансам, ребят, все нюансы мы уже отметили. Отметили, как всегда, вы понимаете, мелочками. Вот так вот. Порожек у нас завален, мелочками отмечен. На аукционе это все отмечали вот такими зелеными маркерами, ребят. Опять же, State Farm Insurance. State Farm Insurance продавал данный автомобиль. Бампер передний, ребят, это колесо у нас пробито, с подвеской с левой стороны, кстати, все нормально. Единственный момент здесь с левой стороны, что пробито колесо, у нас замято крыло, есть нюансы с бампером, капот у нас полностью весь целый, здесь небольшая царапина, но это все как бы можно убрать. Лобовое стекло у нас полностью все целое, крыша вся ровная. 1.4, вот так вот выглядит двигатель. Обратите внимание, Калифорния класс SDS, там, то есть все вот эти вот наклеечки снимайте. Наши ребята расскажут по поводу сертификации, что это и как это. Voltec, гибрид, то есть вот такой автомобиль отправляется в Одессу. Сейчас, ребят, мы приподнимем и покажем, что там у нас снизу. Кстати, бампер тоже мы сейчас покажем. Когда поднимем, все вам покажем. Итак, друзья, давайте поднимем сейчас нам наш Chevrolet Volt и покажем, что там у нас снизу. Что у нас снизу, ребят? Смотрите, что у нас снизу. Саш, покажите с этой стороны все полностью. Ребят, когда мы смотрим сюда, мы видим, что у нас сломан рычаг, у нас нет части привода, у нас проблема с самим амортизатором, целая рулевая тяга, вот этот стабилизатор нам нужно будет менять. То есть вот так вот выглядит подвеска с правой стороны, ребят. По поводу левой стороны, друзья, у нас пробита, как я и говорил вам, пробита резина вот здесь. Вы видите, что какие проблемы у нас с диском. А по подвеске здесь у нас целый рычаг. Не, ну, если не обращать внимания на то, что он поцарапан, то есть, как бы, ну, это царапина, это он не сломан. У нас в нормальном состоянии привод и нормальный амортизатор. То есть вот так вот выглядит Chevrolet Volt снизу, вот этот Chevrolet Volt. Здесь, ребят, смотрите, у нас вот эти охлаждения с правой стороны вот здесь, оно полностью все целое. У нас нюанс, этот автомобиль получил undercarriage damage, да, вот смотрите, здесь у нас
как бы вот эти крепления, крепежи все, их нужно будет менять. Болт этот сам ушел в зад, то есть как бы сюда, ближе к задней части автомобиля. С трубками, смотрите, какие у нас нюансы. То есть я не знаю, они их заклепало здесь, их не заклепало, то есть они целые или не целые. То есть вот такие вот нюансы с этим автомобилем у нас по нижней части. То есть вот как выглядит undercarriage damage. Damage, то есть это удар, который нанесен по низу автомобиля. Вот здесь, обратите внимание, смотрите, что у нас с кузовом здесь. Он пролетел как будто по какому-то бордюру или что-то в этом роде. То есть, ребят, вот такой вот Chevrolet Volt приехал к нам с аукциона. Покупался с undercarriage damage, но пришел еще с порванной дверью. Поэтому, ребят, будьте внимательны, осторожны. Обращайте внимание, что вы покупаете, где вы покупаете. Обращайте внимание, какие-то аукционы и так далее. И опять же повторюсь, никто не застрахован от вот таких вот, сейчас покажется, вот от таких вот нюансов. Никто. Потому что если, единственный момент, когда мы можем предъявить это аукциону, вот допустим, вот такую дверь, это только тогда, когда мы сами приезжаем забирать автомобиль, если он стоит рядом с нами. Наши водителя ездят в радиусе 100 миль. Филадельфия все аукционы, Нью-Джерси все аукционы. Те аукционы, которые идут дальше, чем 100 миль, как всегда мы пользуемся Central Dispatch. И вот Central Dispatch, водитель приезжает, ему без разницы. Он не видит, что вы купили. Он видит, что ему нужно забрать автомобиль под номером лот такой-то, такой-то. А какой он? Ему без разницы. Поймите это раз и навсегда. Поэтому появляются вот такие нюансы. Как бы его бы можно было бы сдать и сказать, я не забираю этот автомобиль с аукциона. Но из-за того, что всем без разницы, я имею в виду водителям, которые забирают из дальних аукционов, то есть не то, что им без разницы, они не понимают, что они забирают. Они понимают, что они забирают салвич, автомобиль, кусок мусора, который нужно делать. В их понимании это просто джанк. Поймите. Все, вот такой вот был краткий обзор у нас сегодня о Chevrolet Volt. С вами был Владимир Толочко, компания Soul Motors. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, если это видео было вам полезным. Всем бай!